показать кардиотренировку, которую вы можете делать на Эликсе. Если вы знаете, я не очень воспринимаю эту кардиотренировку как тренировку. Но что мы можем сделать? В таком случае, если у вас беговая дорожка за это или нет, допустим, хорошей кардиомашины доступной, то есть Джессика, допустим, делает на Эликсе эту кардиотренировку, но, то есть маленький прикол, каждые 5 минут она будет сходить с Эликса и делать плеометрические упражнения. Допустим, можете посмотреть, она будет делать присед-прыжок. И быстренько делает вот такие маленькие упражнения, каждые 5 минут по 20-15 повторений. Или, допустим, она покажет сейчас выпад прыжок. Возвращается сюда, допустим, опять делает, продолжает опять же делать. То есть что можно сделать? Опять же, добавить плеометрические упражнения. Допустим, Джессика делает 5 минут на этом байке. Опять же, стараемся делать хорошую эффективность и добавляем плеометрические упражнения. Допустим, сейчас она покажет burpees. Я знаю, не все, мало кто их любит, не зря их называют burpees. Вот, но делая, допустим, 15-20 повторений burpees и обратно возвращаясь на байк, она повысит практически в 10 раз, я могу сказать, качество этой кардиотренировки и эффективность жиросжигания.